Друзья, мы с вами находимся вот на кампусе, ну, возле кампуса компании Facebook. И у нас есть некоторая такая задача, которую мы хотим решить. Ну и, собственно, с вашим участием будем решать, да? Значит, так, что мы будем показывать гражданам? Что мы покажем? Мы покажем, как прошлое сочетается с настоящим. Как прошлое сталкивается с настоящим. В одном знаке. А у них велосипеды, как у Гугла, только они голубые. Угу. Тоже в пределах. Потому что у них кампус еще на той стороне. То есть это общественные шапки. Между ними шапки. Подземный переход. Вау. Угу. То есть можно из здания прям прийти. Да, велосипеды. Да. Хорошо. И они еще, по-моему, еще какой-то... Так куда мы, где знак-то, который мы смотрим? Вот, место паломничества. Так на той стороне, что ли? Да, вот. Друзья, мы сейчас перейдем на другую сторону и увидим знак. Знак является объектом паломничества. Я правильно говорю? Да. Вот именно этот знак является объектом. Иконик. Иконик. Вот нам показывают. Какие-то знаки он нам делает. Полиция. Ну, он показывает, где надо сфотографироваться. Видишь, он улыбается. Да. Да, это частная местная корпоративная секьюрити. Нет, похоже, что... Но, новое видео? Ну, окей. Похоже, что... Вот так. Самое интересное сейчас увидеть. Вот, видите, там люди снимаются. Вон они там. Снимаются. Так как это принадлежало раньше Sun Microsystem. Да. То вот. Я понял. Этот знак несет на себе символы обеих компаний. Когда-то этот кампус принадлежал Sun Microsystems, которая была куплена Oracle. Вот оно. А Oracle потом продал это помещение Фейсбуку. Вот оно. А тут натянут баннер. То есть, наверное, если баннер содрать, то тоже будет написано Sun Microsystems. Это просто баннер. Забавно, что они даже не утруждали себя, просто кусок пластика. Я говорю, это... Да. Все да. Простое и гениально, да? Не, на самом деле они меняли этот баннер. У них он вот как-то... Так, говорят, что все гениальное просто. Все гениальное просто. Так, ну что, девушки, давайте, может, снимемся у знака, нет? Так, некоторые не хотят сниматься. Так. Даже по субботам, видите, люди снимаются. Так, неровная поверхность, друзья. На их лайк у нас свой есть. Всем привет!